Всем привет, ребят! Сегодня у нас нету коллекционера на русском сервере, как ни странно. Ничему не удивляюсь, хотя 2 недели прошло. Обычно по понедельникам у нас коллекционер, а сегодня у нас дали добычу пирата плюс хрустальный. Вчера почему-то была акция на трату, кто-то где-то они, видимо, уже поменяли. Вот так вот получаем камешки. И ждем, по сути, еще целую неделю следующего смотрителя. То есть вчера у меня то же самое было на китайке. 6 дней, 15 часов. Это столько надо будет нам ждать следующего испытания босса. Вот так вот. Так, это все хорошо. Забрать награду, удвоить. Окей. Поиграем сегодня. Ну, рынок просто топовый. Хотя, в принципе, ПБшка за сколько там? За 400 нормально. Так, что есть? Колесо фортуны. Сейчас посмотрим акции и пойдем поиграем в пиратика. Я что-то думал, сегодня будет коллекционер. О, лазулю дают. Неплохо. А тут что скины? Ну, в принципе, относительно неплохо. Так, счастливое сокровище замков. А, я еще даже у себя не выбрал. Вот так вот. Что тут интересное есть? Кины. Ну, мне, в принципе, яйца не особо там нужны. Так, окей. С этим, в общем, разобрались. Поехали, посмотрим на пирата, какой сегодня у нас пират. И поиграем. Так, забрать. Окей. Так, что в хрустальном? Такое себе. Посмотрите внимательно на эти награды, плюшки, да, вот это половинка английского пака. Сейчас вам покажу кое-что другое, чтобы далеко не забегать, покажу вам английский сервер и хрустальный, который есть там за полпака хотя бы. Не качала вчера уже до 800, была лень. А, такс. Тут тоже хрустальный сундук. Вот английский хрустальный за полпака. 800 кулаков, 800 книг, 1000. Вот как-то так, а за пак то вообще в 2 раза больше. А, так. Хорошо, с этим мы разобрались, поехали посмотрим. О, ничего себе, видали, какая мега удача. Посмотрим, что там нам приготовили сегодня на русском сервере. Пиратики. Так, пират, добыча пирата. Охника дают, но посмотрим, какие тут шансы. На китайке я вылавливал очень часто нормальные сумки. Сейчас посмотрим, что на русском сервере. Так, яйцо дают, ну, это уже радует, фиолетовые яйца. Сейчас посмотрим, сколько кулаков соберем мы. Ну, я скажу, кулаки хоть падают. Но сумма, как не видно было. И у нас, посмотрите, на английском сервере добыча пирата дают 5-е. Так. 3,5 кулаков, но там дают 5-е сундуки. У нас все как всегда, у нас дают 1-е. Так, посмотрим, что у нас по сумках. Можем ли мы вытащить хоть одну сумку? Вот это самое интересное.
какие кулаки, карты, смены. Это такое себе. Так, осколки. Осколки полторы как кулаков, но зато дают камни нормально, в принципе, тоже неплохо. Ни третьей карты я тоже не вижу. А вот камешки дают неплохо, посмотрите, камешки зеленые нехило так падают. 6 штук. В принципе, для прокачки они тоже немаловажны. Так, это получается по 300 они, если я не ошибаюсь. Неплохо дает даже, если переводить все в кулаки. Так, и что у нас тут? 1000 кулаков на 15 камней. Это 4500. Но сумки так и не падают. Так, карты, турнирки. У меня там этих кулаков, по-моему, нет. Сейчас посмотрим, сколько всего мы вытащим. О, вот оно, наконец-то. Наконец-то сумка с огником, хотя бы одна. Вот это там. Ну такое, по сравнению с английским, конечно, там не падают топовые сундучки пятые, там четвертые, там рунки можно достать. Тут, конечно, печалька. Там девятая руна на талант. Ой, карта упала. Жалко, я что-то не посмотрел. 1030 мы, по-моему, где-то так слили. В принципе, вытащили все, все, что можно и нельзя. Так, только прайм этого не вытащили еще. Так, яйца падают тоже неплохо. Давайте еще пару попыток. Посмотрим, что у нас получилось. Ну, честно говоря, не радует. Русский сервер, реально печалька. Лучше бы дали коллекционера. Наверное, ждали после одного коллекционера. Хотя, блин, такой роллинг, честно скажу. Меня вообще не тащит что-то. Да и многие говорят, что хреново начало падать. Раньше падало лучше и... анимашка никакая. И как всегда. Так. Смотрим, что у нас там. Ну, значки почета однозначно. Это плюс. Особенно для меня, у меня книг не особо много есть. 13500. Ну, мы где-то 1050 потратили. 13500 как кулаков. Это, конечно, смешно. По камням я точно не скажу, потому что это надо считать. Кому интересно, можете пошуршать, посмотреть, посчитать, что у нас там упало и по самых. Так, что у нас еще было интересного? Вот 8 сундучков первых. Относительно тоже неплохо. 230 таких вот. Пакета опыта, карта одна у нас упала. Вторые сумки питомцев тоже. Прайм мешок. Ну, я не знаю, сколько их там было, я, по-моему, их не видел. И одна сумочка. На огника. Вот так вот. Ну что, давайте откроем, в принципе, плюшки с огниками, посмотрим.
ничего себе, 45, 37, 22, 45, 50, 19, 31 и 32. Итого, что мы имеем в среднем, где-то 60 получается. Если так взять, 67, 90, 104, 49, это у нас... 4, да, где-то так. Где-то 5. 50 штук надо, чтобы получить огника. Но это в среднем плюс-минус. В принципе, неплохо таки, если учитывать то, что есть возможность забрать. Но опять же, за 50к нам на русском упала только одна. За такое количество на китайке мне упало там 10 или более. На английском то же самое, там полный трэш. Ну, что тут сказать. Русский сервер. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.